О неожиданном развитии событий расскажет наш коллега Константин Церцвадзе. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите «Союз Онлайн». С вами я, Константин Церцвадзе. Сегодня у нас будет радостный эфир, согретый теплом и любовью мамы Габриэли. Так в Грузии называют великого подвижника наших времен, преподобноисповедника и Христа ради юродивого архимандрита Гавриила. Буквально несколько дней назад появилась до сих пор неизвестная видеозапись, в которой мы можем видеть архимандрита Гавриила, снята в Тбилиси во дворе Кашвецкой церкви в 1989 году. Давайте сначала посмотрим эту запись, а потом я поделюсь с вами интересной историей. Вы, наверное, со мной согласитесь, если я отмечу, что эта видеозапись, как и любое соприкосновение со святыми, является для нас великим утешением. Что же касается обещанной истории, то вот, что я хочу вам рассказать. Несколько месяцев назад, завершая съемки нашего второго фильма о преподобном Гаврииле «Я жду вас в Сам-Тавро», я и мои друзья находились в монастыре. Во время общения с матушками я как-то пожаловался, отметив: «Я уверен, что существуют еще видеокадры, где запечатлен наш мама Габриэли. Почему же они не появились до сих пор?»
У меня всегда была какая-то уверенность в том, что кадры со старцем Гавриилом существуют. Я вернулся домой, и вечером, находясь в полудреме, я почувствовал, как ко мне пришел старец Гавриил и убедительным голосом сказал: «Ты чего не можешь успокоиться? Чего ты ропщешь, котико? Сиди, делай свое дело». «А видео?» – спросил я. «Видео? Кадры? Они будут тогда, когда это будет нужно. Сейчас не время», – сказал старец. «Когда они будут нужны, тогда и появятся. Понял? Понял?» – повторял мне старец и, воздевая руки к небу, ушел. На другой день я подумал, что кадры появятся именно тогда, когда наша творческая группа начнет монтировать фильм «Я жду вас в Сам-Тавро». Но, как вы уже поняли, фильм наш вышел, а кадры так и не появились тогда. А почему распространилась видеозапись именно сейчас? Я постараюсь объяснить. В последнее время, наверное, многие слышали о, пожалуй, самом известном завещании Синода Грузинской Православной Церкви и о последствиях этого завещания. Когда группа определенных, я бы сказал, озлобленных священнослужителей постарались очернить репутацию нашего любимого патриарха всей Грузии Ильи II. Естественно, весь задуманный план пошатнуть доверие и любовь грузинского народа к патриарху Илье сорвался. И в эти моменты появляются кадры со старцем Гавриилом. Видеозапись, как он встречает патриарха Илью II, преклоняется у его ног и берет благословение. И с какой любовью патриарх Илья относится к старцу Гавриилу, мы с вами увидели, дорогие телезрители. Посмотрев эпизоды встреч и взаимного благословения двух выдающихся священнослужителей, патриарха Ильи и юродивого Гавриила, я вспомнил те слова, которые мне старец сказал несколько месяцев назад. «Когда кадры будут нужны, тогда и появятся». Да, эта запись была нужна именно сейчас. Заметьте, как на видео батюшка Гавриил в один момент выпрямляется и будто встает на защиту кого-то. Да. Сегодня мы можем сказать, что он встал на защиту великого патриарха великой и многострадальной Грузии Ильи II. Спасибо вас, Господи, дорогие телезрители. Пусть молитвы старца нашего преподобного Гавриила пребывают со всеми вами неотступно во все дни многомятежного нашего жития. Это был Константин Церцвадзе, автор фильмов о грузинском преподобно-исповеднике Гавриле Ургибадзе. К слову, в настоящее время Константин сотоварищи путешествует по России, сопровождая икону, где написаны вместе преподобные Серафим Саровский и Гавриил Самонтаврийский. Этот образ, уже побывавший во многих городах, носит название «Дружба русского и грузинского православных народов». Дорогие друзья, на этом пока все. Благодарю вас за внимание. Всего доброго.